приветствую, дорогая церковь, возлюбленная Христом. Я уже больше 4 лет хожу, посещаю литературную ячейку. И вот сестры признали меня годным наконец-то прочесть. Они долго лежали, пылились. И вот первый стих я написал, как бы это прошло через мою жизнь. Дядуля, боли не приходит, косить зеленые луги, ахвяру смерть себе знаходить, сирот беды, сирот туги. Уже давно нема той хаты, где дед унуков годовал, отрутным, в облаком крылатым Чернобыль вёску зруйновал. Оборони, великий Боже, ты мой народ от гэтких бед, каб не было беды той, може, живым застался б и мой дед. Слава Господу! Блукав у темры, выл, як волча, не отчував души кохання, а ён прийшов, открылись вочи, и отбылося з ім спотканне. Ён тихо увайшов у сердце праз мої вусны, что сказали: возьми мене, пробачьте, тебе прошу, не дай померти, зынач мой лёс грахи з'ядали. Возьми мене, на что потребны, я в радости твоей без конца. Вось у житті ніби у небе, зглунувши темру, вийшло сонце. Я очень ревновал. У нас есть сестра Лилия Костян, она пишет только на белорусском. Я начинал писать на русском, я не ведал, не знал мовы этой. И Господь дал тоже и мне писать на белорусской мове. Это вельми цудовно. Узрост духовный, еще маленький, еще не хапая вышини, не разгубить бы жар хиленьки, что теплится в глубине. Дык запали огнем всемоцным великий Господ и мене. У гэты час земли апошні, гарыць хай вогнішча во мне. Я хочу призвать тех, кто, может быть, может сложить пару слов и срифмовать их. Проходите в нашу ячейку. Мы поможем, чем можем, как говорится. И Господь, служите Господу тем даром, который вы получили от Него. Будьте благословенны.